сейчас соберется 7-8 тысяч человек на конгресс в ноябре. И они будут стараться, мы будем стараться как бы выйти вот в это состояние. Получится, не получится, мы не знаем, но мы хотим выйти в это состояние «Рвут». Это количество, оно поможет нам? И та подготовка, которая конечно, происходит внутри. Конечно, и количество, и качество. Количество незаменимо. И количество нам необходимо. Но вообще важнее качество. Важнее качество. Связь между нами, между всеми. Это важнее. Качество – это что? Качество – это напряжение связи между нами. Вот с какой силой нас можно разорвать? Мы должны сопротивляться этому разрыву. Да. Эгоизм каждого нас пытает оторвать от других. С какой силой мы связываемся друг с другом? В чем связь? Связь в том, чтобы в нашей общей связи найти то свойство отдачи, свойство любви, которое находится выше нашей природы, которого в нас нет.